пуще сегодня все тихо и спокойно, а накануне ночью в резиденции Деда Мороза произошло необычное событие. Поступила оперативная информация, что злоумышленники похитили Деда Мороза, и Новый год отменяется. Выехавшая на место происшествия оперативная группа обнаружила меркантильно настроенных детей, вымогавших у Деда Мороза конфеты и подарки. Кроме того, они расклеивали на символическом рубеже желаний свои пожелания. Ситуацию разрядил сам любимец детей, который одарил ребят сладкими гостинцами. Все с нетерпением ждут Нового года, тем более, что Новый год – это год тигра. Ну, естественно, что пограничники должны быть всегда на чеку, поскольку все-таки это зверь такой, знаете, своенравный. Но мне он нравится тем, что напоминает нашу белорусскую зиму. Полоса снежная, вот теперь. Значит, все будет нормально, Новый год пройдет успешно, он будет очень удачным, прекрасным, это я гарантирую.